Предприятия и учебные заведения Искитимского района стали участниками ярмарки профессий. Основная цель всероссийской акции – помочь выпускникам школы, работающим гражданам сориентироваться на рынке труда и найти для себя подходящие вакансии. В Искитимском районе зафиксирован самый низкий уровень безработицы, говорит директор кадрового центра Людмила Запрягаева. Сейчас на учете стоит примерно 250 человек, а свободных вакансий более 1000. 35 организаций разместили экспозиции в холле Дома культуры. Организаторы ярмарки надеются, что интересы работодателей и желающих трудоустроиться сегодня совпадут. Среди работодателей представлены различные отрасли. Это и обрабатывающие производства, и автотранспортное предприятие, и связь, и много-много других предприятий. Пригласили на ярмарку и представителей среднеспециальных учебных заведений. Например, студенты-пчеловоды наглядно показывают выпускникам школ, чему научились за эти годы. Если интересна наша компетенция, в следующем году мы вас поглядим. Представители техникумов и колледжей рассказали выпускникам школ о преимуществах своей будущей профессии. Ярмарку посетили более 300 человек.